перемещаться, центр тяжести пониже, минимизируем колебания корпуса. Если мы будем идти медленно совсем, да, с точки зрения практической стрельбы, это неправильно, потому что ты будешь заниматься, ну, тратой времени, потому что человек, который просто сделает бам-бам-бам, три выстрела и побежит, у тебя стреляет, обыграет. Твоя задача – научиться ходить и стрелять. При этом желательно, чтобы темп поражения мишени от этого сильно не страдал. То есть... Один раз промазал, два шара. Это мы вырежем.